Ох, какая банька получилась. Будешь хорошо себя вести, попаримся. О, дед, вот это точно, вот это обязательно нужно сделать. Банька в прошлый раз была просто супер. Ну, ладно, слушай, а может что тянуть-то? Прямо сейчас, а? Дед, вот так вот закину и все. Нужно тебе эти уроки делать. Ой, господи, опять эти уроки. И, стоп, дед. Я успел новый череп тебе купить! А, это на ванну прислали. Да ну ладно, я его сейчас в котел выкину! Ладно, хорошо. Ай, так, ладно, слушайте, а когда вообще бабка-то с мамой приедут? Ты, стой, баньку-то не закрывай, нет! Ладно, батёк, ты тоже тут? Так, ну что, сын, все, давай, иди учи уроки. Мать тебе купила на свои деньги учебник, который ты сжёг. Ну, бля, было такое дело. Давай, иди делай. Все уже! Ну, может, все-таки баньку или хотя бы перекусим? Вот тут у нас пицца есть, все дела. Вкусно же, а? Все после уроков, все вечером. Ай, ну вот же. Ай, хорошо, ладно, окей. Сбегу лучше из дома и поем где-нибудь вкусно в ресторане. Так, ну эти... Так она, ты не дверь забыли открыть, же... Ну ладно, окей, все равно это и не важно. Вы лучше скажите мне, что здесь нафиг с бассейном произошло? Замок на люке каком-то! Так, 100% это что-то для сегодняшней серии значит. И это мы сегодня обязательно должны разгадать. Так, я смотрю, кстати, тут огород закрыли для чего-то и... А, огород даже не открывается. Ну и пшеница там стала нормально, адекватная. А то во время Хэллоуина какой-то синий стало. И, кстати, вообще небо, солнышко. Теперь, да и тыков вокруг нет. Тыков, как правильно сказать? Да неважно, короче. Ну вы поняли, ребята, получается Хэллоуин все у нас прошел официально. Ладно, я на самом деле вообще не знаю, куда мне переться. Как-то немножко необычно то, что... Домой нельзя попасть. Домой можно попасть! Мне открыли наконец-таки этот проход! Ёкарный бабай, у меня снова открыто окно! Замечательно! Так. Давайте быстренько все это дело облутаем. Так. Что у нас тут есть? И куда делся компьютер? Так, окей, это, возможно, что-то значит для сегодняшней серии. И ключ от дома. Отлично, замечательно! И, кстати говоря, в предыдущей серии мы узнали, что где вообще дед пьет всякие лекарства, которые ему нужно пить, да, чтобы, ну, как бы, он же старенький же, все дела. Возможно, мы сможем туда что-то подсыпать или что-то найти. Так что давайте сразу же это дело проверим. Так, тут у нас пусто. Так, стоп. Вертикальная пачка валерьянки, она вернулась, ребята, наконец, отлично. Так, у нас уже есть ключ от дома и вертикальная пачка валерьянки. Ключик мы используем. Отлично, дверка открылась. Все, так, ладно, пачка валерьянки будет использована. Но чуть, нет, нифига не чуть позже, а прямо сейчас. Я могу ли ее добавить и вот сюда, отлично. Я могу сюда посыпать валерьяночку. Теперь дед пойдет, ну, там, принимать свои таблеточки и пойдет дрыхнуть, отлично. Так, ну, а пока я чем-нибудь займусь. Кстати, участок с цветами мамы окончательно подух. И шарик так и не вернулся. И мне, честно, очень страшно представить, что с ним произошло. Этот собаке мне реально нравился. И... Стоп. Стоп, нафиг, у меня сейчас две вещи сразу. Почему-то проход открыт. И почему... Стоп, а здесь всегда не было замка на двери? Подождите. Если здесь нет, а я, получается, все это время мог просто открыть эту дверь? Конечно, это просто даже заблокировано игрой. Тут никак не пройти, тут даже ключи не придется искать. Пачка перца сюда. И, правда, я ее не использую. И, что? Почему? Так здесь же проход открыт, почему пройти не могу? Не-не-не, туда я не пойду. На папином ноутбуке включена камера. Возможно, ее можно чем-то обезвредить. Чего? Да нафиг, я думал, неужели впервые так все просто будет? Это реально какой-то гиперспидран будет серии. Но, фиг тебе. Так, давайте тогда. Ох, пойду-ка приму свои таблетки. Отлично, все, он пошел принимать таблеточки, а я в этот момент должен понять, куда мне идти. Так, и... Так, он уже вышел? Он уже вышел? Где? О, да, я видел, как он прибежал, а мы тогда идем на крышу. Я все-таки хочу рискнуть своей жизнью вновь и проверить... Опа, что у нас в туалете? Тут до сих пор нафиг кровь осталась. И топор, отлично. Топор, и... Здесь у нас больше ничего. Так, и выбраться мы отсюда тоже опять не можем. Мы пожертвовали своей жизнью. Так. Ой, что-то приспичило в туалетик, пойду-ка я в туалет. О-о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 
могу. Ну, давайте, знаете, я хоть немножко спрячусь, вот так вот посижу немножечко, что ли. Вдруг
Стоп, а если он откроет дверь, я просто забегу за его спиной, как однажды уж было один раз. А, так, тихо. Он идет какать. Ага, так, и теперь мне нужно что-то придумать. Вот он уже там прямо. Ага. Так, малой, давай залезай сюда ко мне в яму. Так, ну, сделаем залезай. Маме подарок, отремонтируем ей скутер. О, мама, так это мамин скутер? Так, да, я только предполагал. Откуда? Где ключ-то 13? Я не знаю сейчас. Так, наверное, ладно, уже не нужно. Не-не-не, молот держи. Беспроигрышный вариант, топор точнее. Так, окей, ладно, все, отлично. Так, давай, да. О, блин, что прыгнуло? Это что? Ой, господи. Не, ну нафиг, ребята, идите. Я пошел уроки учить. Да ну дичь какая-то. Меня ослепило, и ничего не вижу. Ой-ой-ой. Ты бензинчика. Ну нафиг, все, давайте. До свидос, я пошел. Фух, ребята, произошел план, как быстро отсюда услиняет. Да меня даже ничего не брызнуло, фиг с ним. Так, окей, ладно, так, что нам дед, нужно делать теперь? Я, ребят, даже не знаю, что у меня, какие планы-то, какие планы? Что там дед дергается, что? Отлично, дед усмех. Нафиг, как он меня не заметил? Ну, видимо, уже старенький, зрение немножко. Вот и там его ноутбук дурацкий. Как мне его обезвредить-то, я так и не придумал. Да я вообще ничего не придумал, что-то эта серия какая-то более тяжелая. Нафиг, там у деда какие-то судороги начинаются. Так, ладно. Слушайте, самое главное, чтобы это его не разбудило. Тогда я спокойно просто пройду мимо деда. Посмотрю еще раз повнимательнее, что у нас тут лежит. Стоп. Ключи! Баня, он его уронил! Так, стоп. Ну, батя же там кушает! Мне нужно его как-то отвлечь. Так, чем его можно отвлечь? Так. Есть у меня одна идейка. Надо сделать голос поувернее и сказать... Я вернулся! Гипноданс! Данс! Все, сейчас он пойдет проверять, я уверен. Так, сейчас пойдем тоже проверить. Так. Не понял. То есть где что ли там? Ну че, даже не. Я надумал, он испугался того, что дед этот гипнодейсер вернулся. Нафиг, дед гипнодейсер. Ну, в смысле, просто гипнодейсер. Ну не, все окей. Нет, а дед спит. Давайте бегу. Не понял, у тебя галлюцинация. О, нет, он, кажется, мне кажется, вернется уже сейчас так. Так, нет, ребят, мне кажется, я уже не успею. Так, кстати, тут очень жарко, знаете ли. Так, а что мне делать? Мне что, в котел лечь? Я не знаю, что мне еще так творить. Так. Пойду в туалет хожу сначала. А? Наконец-то, слава богу! Так, хорошо. Он пошел в туалет. А я пойду открою мастерскую. Отлично. Ребята, планы резко повернулись в гору. Так, что у нас тут? Так. Ключ. Ключ от люка в бассейне! Отлично. Так, садовая лопата сюда. Правда, зачем мне лопата? Ладно, пофиг. Что там за грохот-то в мастерской? Нафиг, куда? Ёперный кокос! Нет! О, нет, кажись, там дед просыпается! Ёкарный бабай, ребята! Ребята! Нет, ладно, не все, полиция, то, что у меня есть ключ от бассейна! Бежим! Быстрее, ребята, валим! В комнату гипнодейсера! Дед только проснулся, дед еще только просыпается. Пронесло, нафиг, неужели? Нафиг, еще один! Ох, вы молодежь, конечно, еще слабо жарко. Вот мы в наше время делали прямо. Дед, ты нормальный, ты еще? Дед! Дед, вылезай, нафиг, дед, вылезай скорее! Хорошо. Нафиг, не пугай меня, ну ты реально даешь. Ух, ну дед красава, все, я пошел. Куда собрался, парница? Так, куда, зачем, куда? Парница. Ну нет, слушай, дед, только не опять, не, ну я тогда тут не так жарко. О, нет, тут нафиг, почему ты еще сильнее, ну в баню. А, я же так в баню. Нет, еще дед, он же нафиг железно, он нагреется сейчас, так, какой замок на спину, ты сумасшедший, давай по-быстрому, дед. Давай, дед, давай, доставай веник, давай. Все, давай, погнал, ложу. Вот это ты нормально, дедуля.
Красава, дед, давай, давай! Сейчас меня прокачаю, я буду прокачанным, крутым. О, дед, все, я чувствую прилив сил. Ребята, и оп, сюда, ребята. Давай. Давай еще, давай, дед. Давай. Дед, ты че нафиг? Ты меня сейчас спину нафиг отобьешь, все. Не, ребята, идите нафиг, дальше уже без меня. Ой, сюда пошел. О, у меня аж в глазах все потемнело, ёперный кокос. Все, дед, давай. Замок нагретый, да. Нет, дед, все, давай, пока. Нафиг, дед. Ладно, иди уроки делай. Нафиг, дед, ненормальный. Нафиг это, дед, я чуть не сдох! Это ужас. Ну ладно, зато добренькая такая, добренькая банька-парилка. Чё они там ржут? Ладно, окей, допустим. Ну, давайте. Пришло время поесть. Опять? Ну нафиг жрёт, уже третий раз. Ладно, окей, допустим. Так, баня, бассейн. Ребята, мы сбегаем опять. Фу, нафиг канализация! Хотя она от бассейна как бы на... Батя, ой, сдёк. Интересно проверить, что он там делает. Ну, пойдем-ка проверим. Там нафиг, там болторез нужен, так а еще нафиг, они сейчас идут меня... Ладно, пофиг, я типа забыл закрыть дверь. Типа забыл закрыть дверь, он сейчас, наверное, спросит там, что в лифте родился. А куда он делся-то? Внучок, что в лифте родился, что ли? Да блин, я же говорю, я уроки учил, я забыл, видимо. Нормально, я успел, самое главное, я успел. Где он в доме? Вот, я тут, а все нормально. Ты случайно в канализацию не залезал? Ты что, совсем что ли, мне что, заняться нечем? Нет, конечно. Ну, не знаю, по-моему, да. Ну, по факту. А, нет, дед, нет. Все, я учу уроки, не мешай. Так, ага, 2 плюс 2 равно абрикос. Короче, все, учим, ой, ребята, уроки, все, учим. Шок. Господи, наконец-то, что за бесконечный какой-то этот апокалипсис, реально, то дед, то батя, то еще кто-то. Так, тихо. Он телек смотрит? Или спит? О, погоду показывают на завтра. Так, отлично, я бегу. Плюс 55. Я ему нафиг сразу же заметил. Сюда, я просто не хочу орать громко, вдруг еще услышит, нафиг, я и так, у меня последняя жизнь осталась. И... Сюда, ребята, мы сбегаем, бегом. Не понял, куда болторез делся? Он пойдет еще только меня проверять, а там все долго будет. Так, все, валим. Внук валил с моим болторезом. Бегу. Нафиг, как медленно, какой ужас, нафиг. Он украл у меня болторез. Может, канализацию проверим, а то я грохот какой-то. Давай. Нафиг, нет. Ну вот там лестница, уже мы, ёкарный, бабай. Нет, бегом. Я его вижу. Дед, идите нафиг, нет, я не пойду учить алгебру в баню, все, я не хочу. Нет, тут нужно топор, еще что-то, чем-то поднять. Нет, зачем я сделал? Эй, кому я? Я пачку топора дал. Нет. Давай сюда иди. Привет, дед. А я чистил канализацию, ребят, все чисто, ребят, я проверил, все, давайте, я учить уроки. Ой, ради того, чтобы сбежать в канализацию, полез, сумасшедшее что? Да, давай-ка, малой, бери теперь швабру, оттирай свою кровь. Хорошо, окей. А потом, чтобы унитаз был вычищен до блеска. Чем? Руками! Нет, какой руками, да в смысле? Нет, давайте швабры, ну швабры, да? Не, руками. Только руками. Ребята, всем спасибо за серию, всем спасибо за запись. А так, сейчас, ребята, тут... застрял! Ребята, я провалился куда-то, ребята! О, нафиг я еле вылез. Вы знаете что? Нафиг, еще и дверь закрыта. Короче, все, ребят, все, пока, я пошел реально мыть унитаз. А то застарил унитаз с дедом. А, нет, все нормально, ладно.